Всем привет, друзья! Вот выехали такой компанией в 4 человека покопать за моей спиной поле, где находили очень много крестиков. Проклятое место. Поломалась катушка. Мой Деус не видит катушки. Офигеть. Человек приехал покопать, блин, и штанга жестоко подвела. И проблема взаимозаменяемых штанг для эквинокса. Вот видите, отломалась. И сделали вот таким колхозным способом, но реально будет работать. И человек будет искать. День не пропадет зря. Да, конечно. Сейчас мы его выкопаем и посмотрим. Еще не выкопан даже. Блин, а что ж это такое? А вдруг крестик красивый? Нет. Это кусок меди, я так вижу отсюда, кажись. Вот, смотри. Нет, друзья, вы только посмотрите. Блин, жаль, конечно, поломанный крестик в эмалях. Вы видите? Какая красота! Я такого еще реально не находил, друзья. Много находил крестиков по Киевской Руси, а вот такого в эмалях впервые нахожу. Вот это удача. И одновременно неудача, так как он с утратами. Посмотрите. Первая удача. Класс. Вот здесь таких крестов мы, ну не именно таких, а крестиков по Киевской Руси, чтобы вы понимали, за день находили по штук 10-15. Будем выхаживать, искать вот такие красавцы. Вот, друзья, еще один сигнал. Не, сегодня надо ходить. Сегодня надо ходить, лунница. Вот, друзья. Правда, жаль, что с утратами снова. Вы только посмотрите, какая прекрасная была лунница. Ребятушки, бомба. Блин, ты глянь. Ты представляешь? А чё? Два предмета с утратами. Глянь, вот тут один, вон там второй. Если идут жиры, нужно ходить на этом поле. А вот и папа что-то уже нашел. А, это браслетик. Это браслетик. Это... О, да, это браслет или какое-то височное кольцо. А я нашел поломанную луничку, да? И хрестика без одного лучика. Покаж. Ай, хрестик, да, блин. Ну, папа такой. Уже началось, вот браслетика какой-то маленького нашел. Ох, вот только отошел от папы и снова у него находка. Пуговка гирька, ой. А вон она. Вот такая вот, друзья, пуговка гирька, Киевская Русь. Хотя и на средневековье она была. Чамбул. Вот и сигнальчик. Thank you.
Хороший такой. Сигнал. Смотрим. Что-то есть здесь. Да, что-то есть, друзья. Смотрите. Русь! У меня целая луница. Друзья, гляньте, какая луница, елки-палки. Обалдеть. Серебро, кажись. Серебро. Ребята, просто бомба. Вы видите? Обалдеть, вообще просто шик. Вы только посмотрите, какая луница. Такими кружочками я никогда раньше не видел и не находил. Обалдеть. Глянь. Просто нереально, я сам в шоке. Ты глянь. Ой, целая лунка. Сюжет. Я сюжет показываю. Сейчас дурить не надо. Жартик, что это, але... Мега. Сюжет просто, просто нереально кайфовый. Обалдеть. Красивейший. Да. Супер. У вас выпала морквинка. Ой, у меня выпала морквинка. Еще не могу прийти в себя. Вот это находка, блин. Я никогда, реально никогда не находил луницу с такими вот кружочками. Всегда были вот эти точечки там. Мы там думали, к чему бы эти точечки, сколько там может лет той девушке, которой была подарена эта луница. Сам не понимаю. А вот кружочки, это просто капец. Все в ваших руках, если знаете. Подскажите, почему там были кружочки изображены на этой лунице. Друзья, прячусь от ветра. Вот, нашел такой сигнальчик, чтобы не задувало вам в камеру и было слышно хорошо пение, вот это деусовское. Что-то есть, что-то есть. А вот что, сейчас мы узнаем. Вот кусок бронзы, или это не бронза, нет, это какая-то дюраль алюминий, да, что-то непонятное. Ну, то, что это не Киевская Русь, это и так понятно. Пошли дальше. Сигнал хорошенький. Я уже, конечно, отошел от того места, где понаходил луннички и крестика. Но нужно ходить везде. Я сегодня сказал себе, что притворюсь новичком и буду лазить, где попало. И первые результаты сами видели. А не приходить как старый матерый воин, ходить там, где ты там начитанный такой и
все знаешь. Потому и новички иногда реально находят хорошие вещи, ходят там, где опытные уже не хотят ходить. Вот, я что-то выкопал, друзья. Что я выкопал, сейчас мы с вами все увидим. Вот, смотрите, зелень какая-то. Видите? Даже на этом осталось зеленое. Ух ты, ё! Что это такое? Ребята, я такого еще даже не видел. Посмотрите. Ох, накладочка. Паруси, блин, а. Друзья, вы только гляньте. Какой шикарный предмет. Я впервые, снова повторюсь, впервые нахожу такое. Что ж, блин, за денек. Такие предметы, которые я вижу только впервые. Ёлки-палки. Ребята, смотрите, как подводная лодка. А если присмотреться, вот здесь узорчик уже. А здесь какой-то зацепчик. Кто знает, что такое, пожалуйста, напишите. Обалдеть. Ну как вам? У меня когда-то, никогда, вот недавно было видео, где подписчик мой нашел клад. И там люди писали, как обнулиться к новичку. Вот я сегодня обнулился к новичку. Просто хожу, блин, там, где не ходил бы, вот по своих там уже начитанных мыслях. Захотел — сюда пришел, захотел — туда пошел. Вот так и ходят новички, так и находят хорошие предметы, друзья. Да, начитался, знаешь, где копать, это хорошо. Но нужно просто ходить еще и по круге. По-любому люди отходили от основного места поселения, что-то теряли, что-то прятали. Слушайте. Что там у нас? Сейчас найдем. Ух, это что, нашивочка? Или это часть от хрестика? Ребята, смотрите. Это 100% часть от Христа. Да, друзья, смотрите. Какой обломок хрестика. Обалдеть. Видите? Просто центр крестика. Ну, чимало. Ну, дивись. Це подкова, яка целуниця, викинеться. Де це подкова? Та це що? Це така тоненька подкова? Так. Да. Це якась ерунда. А це що? Не знаю. Ну, це ручка якась. Ручка, а покажи. Папіна находка. Вона чи ні? Да. От. Год. Год назад Руслан потерял рацию, и через год папа ее нашел. Ну, сейчас ей заражать. Она не будет ей заражать это все. Обалдеть. Прикиньте. Просто капец. А чем, как она заражается? Батарейка там? Ну да. Вот папины находки на этом поле. А это что есть соседи? Да, якось. А, это не деньга. Это царица полей. Типа капуста, чи яги там. Одна копейка Александровская, понял? А это отсюда? Это солдаты еще? Да, советская. Вот, друзья, снова. Сколько там проходил, видели, сильно таких сигналов не было. Одна вот та накладочка и хрестик поломанный. А возвратился сюда, и вот смотрите. Правда, еще не знаю, что здесь. Но то, что сигнальчик хороший. Потому и снимаю. А вдруг что-то древнее.
Класс. Звучок, конечно, прекрасный. Мы сейчас собираемся, будем переезжать на другое поле. У меня только находки, а у всех их нету. И все захотели сразу ехать на другое поле. Посмотрите, какая прекрасная вещь попалась. И снова поломанная. Блин, а что ж это такое? Обалдеть. Вот это шик. Вы видите? Какой красивый узор, блин. Вот вам и Русь древняя. Если здесь его спахают, меня дня три не будет дома. Вот слушайте, еще один сигнал какой-то. Нет, на глубине, ребята. Что ж это такое? Блин, тут тренировка зрения. Выкапываешь и всматриваешься в кусочек земли. Может, что-то есть интересное в надежде. Какая-то ерунда. А нет, друзья, смотрите. Не ерунда. В этой части поля ерунды быть не может. Каждый практический сигнал – это сигнал древней Киевской Руси. Вот видите, часть то ли от бубенчика, то ли от их пуговки. Вот это сигнал! Вот это сигнал! Сигнальчик просто шикарный, друзья. Вот смотрим, какой-то квадратик есть. Выключаем и вскрываем, что мы выкопали. Просто кусок бронзы. Что там пиднем самого а вот и пошло, поехало. А вот это хрестик. Да. Хрестик, плавленый хрестик от кеца с бубончиками. А вот наконечничек, прикинький. Обалдеть. Да, но тут цена, бачишь, не может быть Петровская якась. Це деньга, яка Петровская, не надо таке говорити, потому что я хочу найти Петровск. Ну я так тоже думаю, скажу. Ні, це деньга. Або, деньга. Або полушка, або полушка, деньга. Я тут полушку знаходив, реально знаходив. Так, поїхали. Да. Поїхали тут. Зніми, покажи, хто зараз хрестики буде лупити. Ну что, друзья, вот мы перекусили и приехали вот в такой лес. Он когда дожди, здесь все в воде. А сейчас вода спала, и мы здесь походим. И у меня вот первый сигнальчик есть. Обалдеть. Блин, такой корень, что это?
А прикиньте, если реально древность будет. Но, кажись, керамику я уже увидел только что. Если здесь будет древность, мы просто попали в жирнейшее место. Потому что здесь мало кто ходил. Что это такое? Вот тут, друзья, есть сигнал. А нет, не тут. Вот что-то круглое. Это монета или пуговка чья-то. Блин, реально чья-то пуговица. Да, это пуговица. Только что она так плохо очищается. Вот видите? Не скажу, чья пуговица, пока не почищу. Но уже что-то интересное хоть попалось в этом лесу. Будем ходить дальше. И что попадется, все вам покажем. Вот, слушайте. Да, если бы... Ух, ничего себе. Блин, друзья, реально глубоко. Какой-то сигнальчик залег. Опа! Обалдеть. Так. Смотрим еще, что у нас попалось в этом комку земли. Вот тут. Оп. Нет. Где-то здесь. Где-то здесь. Ломаем. Нету. Нету. Вот что-то есть. Офигеть! Друзья, я нашел крестик. Энкалпион, кажись. Просто. Блин. Ребята, вы сейчас увидите, я вместе с вами и с друзьями, с батей, открою вам такую тайну. И вот, друзья, смотрим. Смотрим и открываем спустя 1000 лет энкалпиончика. Смотрите. Просто, о, бля. Просто нереально крутой крестик. Смотрите, друзья. Смотрите. Слушайте, друзья, вот что-то здесь то ли спало, то ли царапалось.
Опа. Смотрим. Смотрим, смотрим. Опа. Здесь неподалеку есть и Черняховская поселуха. Возможно, могут быть и динарии. Так что звук, конечно, такой монетный, я бы сказал. Но вскрытие, как говорят, покажет, что там. Вот видите, прям там внутри, в земле. Опа, опа. Ах, ребятушки, смотрите, а я надеялся, что будет монетка. Видите, что нас потревожило? Гильза. В таком месте, после таких находок, ох, как поднимается адреналин. Капец, а я уже думал, что-то серьезное. Погнали дальше, еще есть время. Фу. Вот, друзья, смотрите. Вот вам и фибулка. Это первая находочка на этом месте. Вот видите? Целехенькая. Ее только чуть-чуть выровнять, и будет прелесть. Обалдеть. Вот вам и находочка, класс. Вон, глянь-ка, фибула. Ага. Целая, видишь? Угу. Вот и подошел к завершению наш сегодняшний выезд. Я надеюсь, вам находки понравились. Мне очень понравились, честно скажу. Большое вам спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте, кто не подписан, подписывайтесь. Всем крепкого здоровья, берегите себя. До новых встреч. Я жить.